Цены на сахар, песок и растительное масло в Магадане будут контролировать в рамках поручения президента Российской Федерации Владимира Путина Министерством сельского хозяйства и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации совместно с производителями продуктовых товаров заключено соглашение по снижению цен на ряд базовых продуктов питания. До 1 апреля 2021 года заключено соглашение по стабилизации цен на сахар, песок и растительное масло. Что подразумевает данное соглашение, которое заключено Минсельхозом, Минпромторгом Российской Федерации и производителями? Суть этого соглашения в том, что производитель обязуется отпускать данный товар по фиксированным ценам. Конкретно на сахар, песок эта цена установлена в размере 36 рублей от завода-изготовителя и 95 рублей установлена отпускная цена завода-изготовителя на масло растительное, рафинированное и дезодорированное. В рамках данного соглашения также установлены фиксированные розничные цены на эти же продукты питания. Так, на сахар, песок это 46 рублей для розничной торговли, и для растительного масла это 95 рублей, соответственно, за литр реализуемой продукции. Соглашения заключены с крупной магаданской сетью розничных магазинов «Мега-24», а также с рядом других предпринимателей. По соглашению, цена на сахар-песок будет на полках магазинов на уровне не больше 46 рублей за килограмм. Растительное масло не выше 95 рублей за литр продукта. Такие цены предусмотрены новыми партиями продуктов с фиксированной стоимостью производителя, которые будут закупаться позже. Продуктам, закупленным ранее по старой, более высокой цене, некоторые предприниматели тоже установили предельную цену по оптовой закупки. Принимая во внимание ситуацию, которая сложилась вокруг цен на сахар, мы приняли решение о продаже нашего сахара по закупочной цене. То есть свою торговую надбавку мы убираем, мы ее обнулируем. То есть цена 62,10 сейчас закупочная, мы ее предлагаем покупателю. То есть на сегодняшний день цена сахара по магазинам, по мегамагам составляет за килограмм 62 рубля 10 копеек. А масло? Масло, там цена разнится, но не выше фиксированной цены. В пределах за литр 112, начнем от 85 до 112 средней цены. За литр. Кроме крупных предпринимателей, цены на базовые продукты, сахар, песок и растительное масло будут устанавливаться и в мелких розничных точках продаж в Магадане.